Первый среди пианистов, 23-летний американец Ван Клиберн. Второе место заняли советский пианист Лев Власенко и китайский музыкант Лю Шикунь. Этим пальцем теперь уже не суждено касаться клавишей. Хунвейбины раздробили Лю Шикуню кисти рук за то, что он исполнял музыку буржуазного композитора Чайковского. Такова одна из сторон культурной революции, которую проводит сейчас группа Мао Цзэдуна. Но вернемся к событиям 58-го.